Форум собрал несколько сотен участников, среди которых общественники и представители власти. В течение 2 дней будут рассмотрены и вынесены на обсуждение самые актуальные проблемы. Данный форум разбит на площадке 11 дискуссионных площадок, где все вопросы наиболее такие актуальные, наиболее востребованные будут обсуждаться. Как уже было сказано, это ЖКХ, тариф, вообще вся сфера общественной жизни и взаимодействия. Безусловно, мы все заинтересованы в том, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Среди участников гости из Иркутской области, Забайкальского края и других субъектов России. Улан-Удэ готов поделиться своим опытом по озеленению столицы. Принимая на работу, я начинал с того, что у нас было 0,9 квадратных метров зеленых насаждений на человека. Сегодня мы подошли уже к цифре 4,92, и нам надо с вами уверенно двигаться к 10 квадратным метрам озеленения на человека. Каждый год высаживается в пригородных лесах 50 тысяч саженцев сосны. В городе это 26-24 тысячи саженцев и кустарников и деревьев. Федеральные чиновники начали любоваться столицей Бурятии еще в воскресенье. Первые впечатления самые позитивные. То, что сегодня мы видим прекрасный парк, который вы сделали, прекрасная, я не знаю, как улица называется, но прекрасная благоустройство, по которой мы ходили, как это улица называется. Бульвар, да. Великолепно сделал большим курсом. Мы были в различных дворах, в которых сделано благоустройство. Это все радует. В ходе пленарного заседания общественники отметили грамотами волонтеров и некоторые городские организации. Благодарственное письмо получил мэр Улан-Удэ Александр Галков. Наша телерадиокомпания также была отмечена грамотой. Форум продлится до 16 октября. Все решения, которые будут выработаны на площадках, будут структурированы и переданы на рассмотрение как региональным, так и федеральным властям. Батыр Ламбаев, Бато Гармин, Новости дня.